Добрый вечер, мои дорогие, любимые собаки. Я на Конечной, на Студенческой, иду сюда, в парк. Наконец-то я добралась до него. Тоже вроде бы рядом, да, одна остановка. А тоже все никак не доберешься, потому что не по пути, правильно? А, ужас, посмотрите, что это такое? Ой, это этот бомж. Иду пройдусь, покажу вам еще раз. Это уже будет третий или четвертый, я уже не помню. Какой раз по счету. Какой раз по счету, уже не помню. Ну, раз я уже здесь, уже вышла на Студенческой. Думаю, ладно, проеду одну остановку. Покажу. Вагончик. Даже не верится, да, что у нас когда-то трамваи ходили. А здесь что там? Стекла уже повыбивали, наверное, да? Кто-то кидал? Ну как же, ну естественно, кидали вот камнями, наверное. Разбили. Кидали и не один раз кидали, наверное, хотели. Ну вот такие у нас, я не знаю кто. Наверное, не люди, да? Скорее всего. Ой, как тут красиво, да, летом тоже. Я летом не помню, делала видео или нет. Так, здесь дети, не буду показывать. Ой, даже фонтан есть, смотрите. А я когда была, не работал фонтан. А в парке афганцев, как меня там поправляют, да? В парке афганцев. Не афганский парк. Ну, почему есть, и в гугле тоже там. Афганский парк. В парке афганцев. Ну, кому как проще. Это, вы знаете, придираться к словам, это, мне кажется, самое уже последнее. Кого-то учить, переучивать. Это, ну, это же бесполезно, правильно? Зачем это делать, тоже непонятно. Ой, как я давно тут не была. Как я давно не была. Много детей, конечно. С детками гуляют. Так, здесь тихо, хорошо. Вообще супер здесь. В тенечке посидеть, на лавочке. Ой, красиво. Как раз я попала. А, так что я хотела сказать. В парке афганском. Фонтан так и не работает. Второй день. И вчера, и сегодня. Ой, как красиво, да? Сейчас сделаю тоже коротенькое видео. Ой, как красиво, вообще супер. Какая красота. Ну, так покажу немножко, не буду я делать на 15 минут. Так, издалека вот пройдусь, покажу и короткое видео, 5-7 минут. Здесь дети везде, вот я тоже пришла. Не думала, что... Ну, все с маленькими детками все равно по-любому приходят сюда. Так. Вертолет.
Да, много детей, много. И все такие маленькие. Много детей. Вечером, наверное, не стоит приходить. Я имею в виду видео делать. Куда вам полезно? Ой, посмотрите, какая ель. Такой ствол. И такие иголки. Какие? Это голубая, наверное, да, получается? Голубая? Голубая, да, да, да. Голубая ель. Да, видите, тоже тут красивые. Да, молодцы, хороший парк сделали. Тоже можно сюда вечером приходить, да? Погулять, пообщаться. Ой, скворцы, скворцы. Ходят, ходят, ходят. А, те какие хорошенькие, да? А, да нет. Собирает что-то. Еще один. Так. Иду уже по траве, ничего страшного. Дети-то все равно бегают по траве. Здесь что-то вот я заметила тоже, когда шла. Сейчас я подойду сюда поближе. Покажу. Все, всем хорошего дня, хорошего вечера. Дня, вечера. Всем мира, добра. Всего самого хорошего. Все, пока-пока-пока.